Ну что, друзья, здравствуйте, продолжаем играть The Long Dark. Мы с вами на озере и отсюда отправляемся, собственно, по вышечкам, да? Давно пора. Надеялся я, что здесь получу я какие-то сведения. О винтовочке. Но нет. Да-да, сведения. Угу. Не саму винтовочку. Нет, я надеялся на сведения. Но это ничего страшного. Говорят, что в дальнейшем у меня будет возможность что-нибудь другое, что-то другое получить. Посмотрим. Может быть, там другая какая винтовка или еще что-то. Неважно. Загадочное озеро, западная сторона. Сейчас главное пройти мимо этого волка. В принципе, у меня достаточно отпугивающих выстрелов, так скажем. Уйди давай, да, вот-вот, правильно, уходи. Я буду прям вот в край идти. А ты вот меня иди, все правильно. Вот умница, вот молодец, так и надо. Так и надо. Нет, ты не подумай, я тебя не боюсь, я просто тебя убивать не хочу, я милосердный. Я от милосердия ружье свое сломал. Пацифист, понимаешь ли, видишь? Убивать не люблю, такие пироги. Так что не думай там о себе многого. Да? О, что это такое? Похоже... Здравствуйте, спасибо большое за эти замечательные звуки. Похоже на камень, но... Изначально мне показалось, что там здание какое-то. Блин, как я хочу, чтобы у тебя было больше запаса выносливости, ты бы знал. Ну ладно. То, что мы вот сейчас вот так вот быстро достаточно идем, мне это уже нравится. Надо было, наверное, все-таки порыбачить, потому что кушать-то хочется. С едой проблемочки. С водой нет, с едой да. Может, сходим порыбачим, пока мы рядом. Ну, ладно. Если что, навыпендриваемся на волка и заберем у него мясо. Да? Идеально, по-моему, план. Лучше некуда. Возможно, мы в этом домике какую-нибудь еду оставили. Есть такая возможность? Возможно, возможность. Вероятность, конечно же. Имел в виду вероятность. Так. Хочется туда сходить, но и не хочется одновременно. Не, не пойду. Пошли по железной дороге. Все. Просто идем по железной дороге. Все-таки три башни нужно осмотреть. Три детали найти. Это тебе не хухры-мухры. Потом еще обратно притарабаниться. Потом еще, скорее всего, с медведем встретиться. А может быть и не сразу. Может быть, он починит. И нам придется куда-нибудь вон туда вот относить. Я говорю, у меня время чешется. Я думаю, что нам туда придется идти. Я надеюсь, что нам именно туда придется идти, а не в какую-нибудь другую локацию опять. Так что посмотрим. Никого не раздражают эти звуки баночек, скляночек? Интересно, а если у меня вообще не будет банок и склянок, он будет шуметь ими или нет? Надеюсь, что нет. Ну, как бы и все, ну и пошел ты. Больно надо. Вон он, волк, пойду его побешу. Я говорю еще раз, не приближайся. Я сказал, я предупреждал. Вали отсюда. А я вот туда. Ты сюда не приближайся. Блин. Он же сейчас опять рванет на меня, подожди. Чуть было не забыл про перезарядочку. Так, волк, 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 не рыпайся. Вот так, не рыпайся в мою сторону. Даже не думай.
Погнали, 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 пока он не одумался. Не хочу я тратить на него еще один выстрел. Погнали. Да, покидаем загадочное озеро. О, отлично. Я считаю, это успешно. 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 Я считаю, это успешно. Блатняк меня вживился на какое-то время. Это успешно. Да. Так. Ну, смотрим, куда лучше пойти-то. Почему здесь вот указано прям вот вышка? А тут восклицательные знаки. Джереми придумал, как Маккензи связаться, бла-бла-бла. Давай посмотрим. А радио вышки все-таки, да? Вообще, давай лучше, наверное, вот так. Чтобы мы к семейной ферме старого Спенса опять пришли. Здесь пару раз утонули. Ай, да. Да, да, да. Хотя, чтобы здесь не тонуть, надо, наверное, вот так вот пройти. Или вот здесь вот как-то... Я не знаю. В общем, смысл в чем? Что я хочу вам сказать. Мы на этой старой ферме Спенса с вами выкуем себе меч. Нет, не меч, а нож. Хотел бы меч выковать, но... к сожалению, только маленький ножик. Да, с этим ножом на волка тоже не пойдешь, но... лучше, чем ничего. Да и нож этот нужен, на самом деле. Опять же, для разделки лучше его использовать, а не топор. Да, да для всего. Я вот только думаю, что топор скоро сломается. Может быть, нам попробовать выковать и топор. Потому что отбиваться от волков нормально, без особых потерь, получается только с ним. Не знаю, посмотрим. Волк, падла, здесь. Так, еще раз. За ним туда. То есть не за это что-то туда. Уйди давай. Да ядрит, ты чё сюда-то бежишь, ну? Уходи, говорю. Вот так. Все, беги отсюда. А я туда побегу. Все по плану. Да, друг? Отлично. Крафтить позже. Вместо повязочек, вместо бинтов лучше это дело использовать. А, вон она вышка, ё-моё. А как же нам туда? Я вижу её, да. Как же нам наверх-то? Сейчас попробую обойти. Так, ветрено становится. Ветер нам не страшен. Лимонадов нету больше. Хотя... да, нету. Потрясающая новость. Я дошел до того, что у меня еды и воды нету. Но я все равно перегружен. Так, давай-ка потихонечку.
Нагнетает, нагнетает музыка, нагнетает. Ты не нагнетай. Все будет хорошо, ты не нагнетай. Это наверху где-то жужжит. Воет, я имею в виду, жужжит. Не та гора. Но судя по карте, ее можно обойти. Там, может, с той стороны где-нибудь найдем подъем. Ну, вон, видишь. Здесь вряд ли. Да вот, скорее всего, вот это вот подъем. Только там, наверное, и волков полно. И медведя мы где-то на этой локации в последний раз видели. Да, по идее, правильно идем. Интересное местечко. Блин, я бы сюда схрон какой-нибудь положил. Но тут нет ничего. А схроны просто так без задания найти можно или нет? Вот вопрос тоже. Мы, по-моему, ни разу не находили, да? Только по заданию. Так, ну до вышки, по крайней мере, добрались, поднялись. Отлично, уже хорошо. Здесь где-то волк выл или нет? Интересно. О, вид на топ. К вышке в Милтоне нужно будет возвращаться? Ух ты ж мать. Ё-моё, я слышал, слышал тебя, слышал. Вот это ты меня испугал, дядька. Ух, тут двое, тут двое. Так, еще. Убегайте, убегайте. Сдрыснули отсюда быстрее. Так, куртка дровосека, классическая канадская шерстяная куртка, любимая одежда не только дровосеков, но и охотников, газировка Summit, куртку я не буду брать. Мясо. Мясо, ты посмотри. Мясо заберем. Давай, 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 давай. А, ты хорошо. Почти 2 килограмма мяса оленьего. Так, ну это оно, да? Да. Так, детали передатчика мы взяли. Все, к следующей спускаться надо. Ха. Ядрическая, батмическая. Неужели быстрого спуска здесь нету? Да походу нету, ребята. Так, ну ладно, первую вышку мы быстро зачистили. Пойдем, делов-то просто дойти нужно, да? Главное, чтобы нам отпугивающих факелов хватило. Вали отсюда, ё-моё. Так, второй тоже спугнулся. Побежали, 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 побежали. Ах ты ж... Быстрее, быстрее, пока волки не вернулись.
Так, того волка сагрили на оленя. Можно будет сейчас еще и там мясо взять. Не, он до оленя не добежит. А вообще это шикарный, шикарный вид охоты, да? Просто агрим одно зверье на другое, и все, и ловим профит. Отлично. Так, ну погнали. Там чисто вперед. По большей степени я понимаю, что бесило людей, которые говорили о миссиях «подай, принеси». Я так полагаю, их просто не исправили. Ну, не я так полагаю, мне так сказали ребята, которые прошли уже игру и в оригинале, и в редуксе. Что задания такие остались. И по сути, да, все от второстепенных до оригинальных, основных, точнее, миссий связывается к тому, что нам нужно куда-то дойти, что-то там взять и принести. Все. Или отнести наоборот. Это, конечно, подбешивает. Я таким в Морровинде занимался. Но то было время какое, да? Я думаю, что здесь можно было бы чем-нибудь поинтереснее сделать. Но я очень много уже потенциально прикольных миссий придумал, как их обставить. Просто думая. В физическом плане я хрен знает, как это устроить. Ну, разработчикам виднее. Может быть. Может быть, тут возможно было только так, не знаю. Я очень сомневаюсь. Мало ли. Очень сильно устал. Сейчас до дома Спенса дойдем, там в каморочке поспим. Заодно можно будет кофеек бахнуть. Потом. Все равно горн растапливает, да? Кстати, чтобы его нормально растопить. Блин, пипец идти. Чтобы его нормально растопить, нужно же еще и... дровишек хватать. Ты сейчас опять на меня бежишь? Да, падла. Ну какая ты смелая скотина, а? Два выстрела на тебя пришлось потратить. Редко, редко такого волка встретишь. Обычно они даже мимо, когда бегут, просто убегают. Мой, этот какой, ты посмотри, попался. Плохо только то, что я все растратил уже. Ой-о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 й
ситуация, когда ты под лед проваливаешься. Во-первых, происходит что-то типа отката назад. Я поэтому за этим мхом не пойду, но я в жопу. Что-то типа отката назад. Почему-то. Во-вторых, тебе очень холодно, ты очень мокрый. Чудо какое-то произошло, что мы не заболели после тех разов. Вон волк еще один справа. Блин, шастает прям... прямо возле бараков. Но по сути, нам бараков, бараки пройти, и все, мы возле дома Спенса. Да, совсем ерунда. Вы не удивляетесь, что я постоянно смотрю на карту? Я в этом плане немножко дурачок.
топографический, поэтому для меня знать, что мы идем туда, а потом пойти туда случайно, это нормальная история. Блин. Рискнуть по льду. Да не, зачем? В обход просто. Слушай, а может нам сюда наверх? Такое ощущение, что нам отсюда вниз. С той стороны. Да, я таким макаром к Спенсу не попаду. Спенс вон там, за мостом. Но обождите, может быть, сразу заодно сгоняем и туда. Очень сильно спать охота. Если что, сейчас разведу костерок и фигу бахну. Давайте прям сразу сделаем это. О. Забываю, что рядом надо делать. Давай, с горючим прям. Да-да-да-да-да-да-да. Добавлю немножко книжечку. Хотя он и так на час. Зачем? Давай, кофеёк. Заплесневелая оленина сырая. Ничего. Пей, братан. Так. Давай еще кофе, наверное. Ничего, заплесневелое, зато, знаешь ли. Приготовлено. Это я возьму. Ешь. Приготовлена свежая оленина. Нормально? До готовности 20 минут. Так, чайку бахню. И резко слишком тяжело стало. Ты посмотри какой ты. А. Так, приготовленное еще осталось немножко. Ну, совсем капелюшку. Как раз. Чашка кофе уже горячая. Гля. Пи-пи-пи-пи. Немножко подбавили, немножко. Но, по крайней мере, поели уже. И оленина не пропала. Тоже хорошо. Да, слушай, скорее всего, я прав. И отсюда действительно можно будет к башне попасть. Потому что иначе зачем нам еще вот эта дорога наверх, да? Хотя, может быть, и нет. Может быть, и не прав. Потому что, с другой стороны, башню-то я и не вижу, а она далековато. Надо было, наверное, к Спенсу все-таки идти. Давай пойдем, ладно. Вот он. Собственно, близко. Сейчас и поспим заодно. Кофе зря потратил.
Эх. Туман какой-то, ты глянь. Реально. А нужны мне эти грибы? Да по сути нет. Вот металлолом мне нужен в двух экземплярах. Будет он здесь? О, уголек, это тоже хорошо. Вот раз. Еще 4 металлолома. Отлично. Может, топор сразу бахну. Так, я, кажется, ножовку сломал. Да? Не. Это доремонтируй, чтобы не сломать. Нормально. 85 нормально. Вот это вот бы тоже отремонтировать, блин. Dusk, so ну погнали. С угля сразу можно. Давай, с книжки. Не трати топливо, потрати книжку, она тяжелая, полкилограмма, да, по-моему, весит одна книга. А все остальное лучше пойдет на рас... не на растопку, а на поддержание. Давай. На 12 часов я накидал. Ну и выпей сразу водички. Угу. То есть зря угля докинул. Нет, угля не зря докинул. Теплоотдача у угля больше. Ну, кстати, еще металл. Так, ну, значит, смотри. Знаешь, копья для охоты на медведя. Работа грубая, но свое дело это весь делает. Выплавлено из металлолома. Можно еще острее копья сделать. Можно сделать вот самодельный топор, как мы и планировали, и самодельный нож. Давай самодельный нож. Это, наверное, надо все-таки на кузнечный гор нажимать. Давай-ка попьем чайку. Требуется температура. Теплоотдача маленькая, ё-моё. Что, угля нету больше?
Уголь бы так помог бы, ну. А что же нам делать тогда? Ну, можно пойти поспать немножко. Часов 7. Там эта штука все равно будет растоплена еще. 12 часов, по-моему. Отлично. Не относится к твердой древесине, говорит, не хуже ее. Испускает приятный аромат, но горят недолго. Давай накидаем. Главное, это не аромат, главное, чтобы ты жару дал. Да не, походу... Походу нужен именно уголь. Что же мне в таком случае делать? Древесины здесь много раскидано, а вот угля все попыф. Нету больше. Книжку скинул, зря. Блин, и последний уголь здесь же тоже оставил. Ё-моё. Пи-пи-пи-пи. Надо еще водички сделать. Ох, какая хорошая штука, армейский паёк-то, а? Ну, кузнечный горн, да, так все до 106 и все держится на 106. Твою ты, юты, а? Ведь металлолома хватает, очень много. Чё прикажешь делать? Ну давай металлолом я оставлю где-нибудь здесь. Прям весь, чего нет. Давайте крафтить. Эх, надо было вечером это делать.
Там мимо прошел. Слышали? О, господи, это олени. Олени, олени. Найдите мне, блин. Угля, олени. Пожрать осталось совсем ничего. Фу. Думал, хоть нож будет. А то ведь и топор тоже портится. Где же мне найти угля-то? Тоже пусто, одна древесина. Век живи, век учись, да? И возле той кузницы я весь уголь всрал. А без угля выше 106 не подниму температуру. Да, здорово. Здорово, здорово, здорово. Ладно, пойдем тогда. Надо, наверное, вот с этой стороны обходить. Потому что, насколько я помню, стоит просто подъема нету. И кофе больше нет. Вроде. Матерый выживальщик, да, какие глупые ошибки делает. Наш Маккензи. Эх, Маккензи, Маккензи. Документальный фильм «Трудно быть Маккензи». К вашим услугам. Опа-на, эта вышка-то упала, вот почему мы ее нигде не видим. Она свалилась, вон она лежит, родная. Ладно, по моим скромным прикидкам, нам, по сути, хватит ресурсов, чтобы... Ух ты, а в пещере может быть уголь? Чтобы дойти до той стороны. А давай в пещеру сходим. Ща, волчата. Все, не хочу больше ничего здесь брать. Никакой мох. Оули. Окей, в этот раз я готов для тебя. Come on, you big bastard. Оу, я успел поставить или нет? Твою-то мать. Потеря крови, риск заражения. Я успел поставить это копье или нет? Все пытался взять эти детали. Как будто бы меня только что изнасиловал. Иди отсюда. Да уйди, говорю, ну я ж... Большой жирный сумоист, вот что я хотел сказать. Миш, уйди. Вот сейчас убьет. Первый раз, может, и не убил. Сейчас точно убьет. Очень тяжко. Потеря крови, риск заражения. Да? Я-то думал, он ушел, все, типа. До свидания. Ни хрена. Я еще жив, твари. Gotta stop that blood loss.
успею. Народный целитель ачивку получил. Ну, черт. Блин, я еще не сделал ничего там. Need some first aid. Нихрена, нихера себе она не лечит, ё-моё. Лицо на месте. А, это падла свалила. Это падла свалила. Так. Окей, хорошо, что у меня есть ткань. Хорошо. Ща. Терпи, Маккензи, терпи. Блин, а у меня была повязка. Да ядрить, смотрите. Задранная одежда. Нормальный вариант. Ремонтируй. Давай, самое время отремонтировать. Давай. Давай еще. Тот набор шитья сломался. Еще. Гаси. Здоровье поднимается. Ну все, с Мишкой справимся, короче говоря. Он понял, что со мной шутки плохи. Я уверен. 20. А шапку-то он мне... Зараза. Шапку-то он мне сломал. Порвал, точнее. В балаклаве буду ходить. Так, этого, наверное, хватит. Я вот уже отчинить не стану. Потому что... Блин, хотелось отсюда дойти. Да ядрить твою ты... Короче, смысл в чем? Смысл в том, что мне надо обратно к Спенсу. Короче, это повязка, это антисептик просто, да, получается? Все, детали передатчика отсюда взяли. Мне надо обратно к Спенсу, пока темно. Пока не стало темно, точнее. Но здесь есть пещера, в которую мне хочется очень зайти. Ибо там может быть уголь. А если там будет уголь, я смогу взять, наконец, и сделать себе свой личный кинжаль. Злакой потом. Кушай, родной, кушай. Давай. Ой, отлично. Ой, да, отлично. Так. Уголь, да. 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 Три угля. Так, осталось надеяться, что там печка еще. Горн еще. В целостности и в сохранности он работает. Здесь только три угля. Я думаю, этого хватит. Этого хватит, если оно не упало со 106. Давай. Ладно, потом попьем. Побежали. Пока. Главное дойти до туда. Это была неожиданная встреча с Мишкой. Но знаете, несмотря на то, что мы потеряли шапку, я считаю, что битва удалась. Возможно, по жизни мне пригодится опыт убивания.
от насильника сумаиста, не знаю. Главное первым выставить копье. Черт. Там есть проход нормальный, не выпендривайся, а то сейчас сломаешь еще ноги, руки. Вот будет весело тебе, да? Где такой весь уставший? Так. Горн, работай, пожалуйста. Горн, пожалуйста, работай, Горн. Так, где-то тут. Вот. Я слышу его, он, по-моему, работает. О, да, он еще работает. Он еще 3 часа будет работать. О, замечательно. Добавляем. И дров еще туда. Давай. А по-моему, в прошлый раз 3 угля всего лишь засунул. Есть контакт. Так. I need to drop something. Ты, главное, нормально. Так. Теперь ножик. Отлично. Зона запустения, ачивочка еще. Изготовьте всевозможные самодельные инструменты. Серьезно? Так вот просто взяли и изготовили. Так, это выбросить надо. Топор больше не чиним тогда. Этот у нас есть самодельный еще. Мне очень интересно, а копье, оно где-то здесь указано, нет? Потому что я ведь могу еще одно копье делать, правильно? Вот это нафиг надо разорвать. Все правильно. Так, я сделаю еще повязочку. Так, а теперь бахни чайку мне, пожалуйста. Оп, горяченького, отлично. 1 час 2 минуты он еще будет работать. Можно водички бахнуть. Давай. Раз. Два. Возьми с собой. 31 минута. Готовить еще чайку. Еще пей. Отлично, поднимаем, все. Идем спать. Точно мне не надо больше. Просто ведь докинуть дров легко будет. Вот, к примеру, 8 минут разбить. Ну, вроде он на 100% работает. Да, он мне больше не понадобится. Все, ладно. Не выдумываем больше ничего. Идем спать. 7 часов где-нибудь. 8 часов, давай, ладно. 8 часов сна. Вот это встреча с Мишкой, конечно, да. Вот это да. Так, не знаю, может быть, можно было все-таки приготовить это дело. Не похавать, хрен его знает. Так, очень хочется кушать, понятное дело. Будешь кушать вот это вот дело. Дело.
Угу. Молодец, попей водичка. Отлично, сойдет. Более эффективный отдых. Время закончено. Ах, господа и дамы, нам на север. Ох, блин. Было бы здорово, конечно, если бы я мог все это дело... Дело опять, да? Все это дело вот так вот обойти. А может, я могу? Мясо. Ой, как вовремя, наверное, было бы вчера его найти. Я бы смог его пожарить. Ну ничего. Кстати, дровишки лучше взять. Да, вот хотя бы парочку. Ты прикинь, а? Где тут был уголь? Где он тут был-то, ё-моё, представляешь? Поношенные штаны еще одни. Нафиг не нужны. Поношенные шерстяные носки. Так, ну да, штаны мне... Нафиг не нужны. А вот теперь даже не знаю, а если они тоже порвутся в битве с медведем, да? Давайте, знаете что, давайте здесь вот оставим. Так, а где? А вот. И носки еще. Вот. Оставим это дело тут. И оставим также здесь еще уголь. Где он? Не понял. А вот. Весь уголь. Да. А в нижнем еще положим металлолом. Он последний оставался тут. Ну да. Все, на случай, если нам что-то понадобится, мы сюда придем. Мы всегда знаем, что здесь есть уголь. Есть металлолом, здесь все есть. Я думаю, это будет логично. Так. Блин, кстати говоря. Подожди, а... А я, наверное, просто уронил там где-то пушку-то свою, да? Твою мать! Это ж мне надо возвращаться. Не, без винтовки и без этой херни я вообще не справлюсь. Фу ты, ютый, дрютый. Штаны надутые. Да, придется к башне возвращаться. Ну ты, Дима. Ну почему сразу ты об этом не подумал, а? Ё-моё. Так, надо здесь наверх идти опять. Найти бы еще ее. Что-то дико устал ты. Что-то ты дико устал, брат. Что-то ты дико устал, брат. Твою мать. Сейчас до туда. Потом опять в ту сторону. Ну ладно, туда пойдем уже тогда в обход. Все, не будем рисковать. Раз такое дело, раз нас повело обратно, будем считать, что это судьба. Я в подобные вещи не шибко-то верю. Но хорошо, хоть сейчас вспомнил об этом. Ведь
Я после первой схватки с медведем же копье уронил, правильно? А может быть, еще и ее уронил. Сейчас найдем. Она у меня точно не с собой, она у меня не поломана. Значит, она где-то там. Если у меня нету какого-то сейчас провала в памяти, и она не была сломана, я ее не выкинул. Такое тоже может быть. У меня сейчас проблемы с памятью, пипец дикие. То, скорее всего, оно вот здесь. Прям под башенкой с этой стороны или с левой стороны. Блин, я из-за перевеса устаю очень сильно. Может, молот там надо было оставить? Слушай, а там реально, там возле кузни молот есть. Давай я этот выкину просто и все. Там возле кузни молот есть. Возле этой. Будем приходить и брать. Нам не обязательно молот с собой таскать. 2 килограмма все-таки веса. Вот, как-то пободрее стало. Нету здесь мишки-то опять? Да вроде нету. Это его пещера, интересно. Или он здесь мимо тоже, как и я? О, следы нашей битвы. Вот она. А, родная. Ну, отлично. Я, правда, в него выстрелил зачем-то. По-моему. Или не успел. Или таки выстрелил. Вот видите? Провалы в памяти. Так, ну хорошо, что вернулись, забрали. Отлично просто. Давай теперь по этой стороне все обходим. Спускаемся, идем туда. Правда, получается, что как-то в обход все это дело пойдем, да? А может, оно так и надо вот здесь? Оп-оп-оп, здесь просто гора, видишь, если бы мы так пошли. Да, тут по-любому либо с этой стороны обходить, либо с этой. Мне кажется, что с этой у нас будут проблемы. Но мы, скорее всего, справимся. Надеюсь. Очень-очень сильно надеюсь. Да, я приду туда очень уставшим. Я не знаю, у меня кофе нет. Я не знаю, получится ли у меня как-то... Давай не буду бежать. Сейчас при беге усталость очень сильно убивается. Я не знаю, получится ли у меня где-нибудь поспать. Вообще, в принципе, костер получится сделать? Сделать-то получится. Но у меня нету, опять же, кофе. И спального мешка. Спальный мешок в вагоне. Вагон. Дойти до него. Спальный мешок весит килограмм. Так, у меня сейчас опять перевес какой-то. А почему? А вот почему. Потому что у меня есть заплесневелая сырая ленина, которую я не пожарил. Твою ты мать. Я как-то не могу себе позволить потратить мясо. Worked. Так что лучше поем. Попахивающая ленина. Ничего страшного. 41 минута. Давай. И пей водички как раз. Все, отлично. Так, баночку возьми, пожалуйста. Здорово. Так. С этим решили проблему. Как раз минус один кусок. Тише, не упади. А чё, камушек, камушек. А минус один кусок позволяет мне двигаться быстро. Да. В принципе, спальный мешок я смогу взять теперь. Ну, это железная дорога. Быстро дошли, быстро. Я говорю, некоторые пространства как-то очень быстро мы преодолеваем.
Незаконно заготавливаемый снег. О, древесина. Заготавливаемая. Сходить, может, туда все-таки. Да не, я думаю, успеем. Вот только вот сюда вот хочется сходить. Что за палаточка? Может, там будет батончик какой-нибудь. Или лимонадик. Или шапка на крайняк, да? Вот как-то поинтереснее хоть стало, а то всего в достатке. Никакое не выживание было, а такая прям жизнь, я бы даже сказал. Выживание, блин, покруче моей жизни сейчас. Так, нижний скрандок. О! Это беру, и это беру. Здорово. Еще обезболивающая баночка. Круто. У меня, по-моему, нету книжки для растопки. Она весит килограмм. Я возьму. Нет, она не весит килограмм. Че я несу? В общем, я одну книжку возьму. Она нужна. Так. Вот теперь... Опасная херня. Рисковать ли? Или нахрен? О, опасно. У меня поджилки затряслись. Я думал, что если все, если я упаду, я... Я поддох. Если бы я упал, пришлось бы идти все-таки не к башне, а к вагону. Но мы бы все равно справились. Так, вот она, эта гора. Вот так ее обходить, наверное, все же надо. А не снизу, да? Так что зря я сюда шел. А еще я вам говорил, что бежать не буду, а я бегу все равно. Смотри, вот здесь вот есть подъем. Вот, он уже спать начинает хотеть. Ты давай не это. Не тренди мне тут. Еще волков не слышу, а вот медведь может появиться опять, так что лучше с этой штукой буду. Здесь нету никакого схрона. А я бы разместил. О. Есть контакт, есть проход. По идее, нам туда. Прям ровно причем туда. А, вон она, вышка. Ну да, слушай, надо было с левой стороны, наверное, обходить. Вряд ли у меня получится здесь. Тише, 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 не упади. Новое место заводь найдено. Вряд ли у меня получится здесь пройти, хотел сказать я, но нет, пройти получится еще как. Здорово. На мишку бы не наткнуться. А здесь как? Нет, мне наверх. Мне надо все это дело обходить. Пойдем тогда туда. Там всяко будет подъем какой-нибудь. Эх, сесть поудобнее только надо. Чего и вам советую, желаю всячески. Так, ну чё, Мишка, будешь ты тут, интересно, или нет? Ну, если будешь, потеряю ли я в борьбе с тобой еще одежду? Я бы не хотел. Я, кстати, и не починил, по-моему, да? Слушай, а если я резко сниму одежду в битве с ним? Да, я не починил, нифига. Ой-ой-ой, не, не хочу вот это терять. Надо отремонтировать. Да, я сейчас устану, ничего страшного. Совсем без шапки не хочу оставаться. Да, это не остаться босиком, но...
Уже очень классная балаклава. Так, вечереет, ребята. Более того, я бы даже сказал, стемнело. Практически. И, скорее всего, битва с медведем все-таки будет. Миша, Миша, Миша. Раз ты меня напугал, второй раз я буду готов. Видишь, я не бегу. Может, он тоже ходит от вышки к вышке. Ему интересно, что... Вот он! Ну давай, 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 давай. На! Успел, 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 успел. Лови! Растяжение запястья, получай! Ай, ну проткнул же уже, ну! Ну сколько у тебя там дырка в животе, друг? Погоди. Погоди, говорю, блин. Ой, почему растяжение не словилось? Растяжение, наверное, обезболивающее. Все-таки они... Ай, черт. Одежда моих, она... Нужно было так спокойно тебя выбить. Гадина ты. Ах! Уйди давай. Потеря крови, риск заражения. Уйди, говорю. Побежал, как оголтелый от него. Давай, 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 давай. Да не, это хана, это пипец. У меня никакого времени перевязаться. Ничего вообще. Жесть, Миш. Жесткий ты. Сейчас еще, да, потеря крови и растяжение и всякое говно. Оставишь ты меня, блин, без одежды совсем, чувствую, если ты вообще меня в живых оставишь. Риск заражения. Подальше бы хоть убежал, но невозможно же, ну... Ну или добей ты меня уже, скотина этакая. С дыркой в животе, падла, ходит. Сука, тварь. Обезболивающее. Давай, давай, вот это вот, вот это. Где он? В двух местах. Блин, балаклаве моей хана все-таки. Что нам тоже практически всем хана. Я дико устал. Нету. Нету сил, медведь свалил. Солнце садится, скоро станет еще холоднее. Миша, 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 Мишу едь. Где ты, падла? Ты ответь. Обезболивающее, еще повязочка, факел, труд, таблетки, ткань. Я рискую остаться босиком.
Из-за этой твари. Ничего, что убежал-то в этот раз, а? Шанс ты мне дал, но сам свалил, падла. Интересно, если б я выдержал все нападки изначальные этой скотобазы, он бы умер? Или как? Да ядреть твою, легкий ушиб. Что там по одежде порвалось? Еще немножко куртки. Дико устаю. Бежать, не свалиться. Бежать и не свалиться, не упасть. Вон она, я уже вижу. Дотерпи, пожалуйста. Я понимаю, сил нету, но дотерпи, родной, миленький. Дотерпи. Труд у меня есть. Твою мать, а. Ну не скажи, что мне сейчас придется все это проходить по новой, а? Риск обморожения. Я понимаю. У меня сейчас не риск обморожения. Беспокоит. А то, что я сейчас упаду нахер замертво. Дико уставший. Да сил нет, организм начинает тратить скрытую энергию, так скажем. Поэтому идет сильный расход сытости в этой игре. А, мы практически дошли. Надо дойти и свалиться спать. Мне даже у той одежды, которая на мне, хватает иногда, чтобы... чтобы тепло себя ощущать. Давай, друг, давай, ты дойдешь. У тебя получится. Да, я немного расстроен, что у меня не получилось воткнуть мишки еще пару раз в животину. Это что я потерял одежду такую крутую. А ведь большинство из повторов я уже уничтожал. Уже уничтожил. Никуда я ее не складывал. Ткани у меня больше нет. Только если вернуться туда, к Спенсу, там есть куртка какая-то и что-то там еще. Так. Славненько. Так, 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 так. Разжечь огонь. Давай. Разжигай. That should help warm things up. Так. Чё, у меня больше нет возможности ничего.
подкинуть сюда, серьезно? Это я похожу, поищу. Во. 45 минут, нормально. Там эта штука еще час гореть будет. Еще 5 минут, нормально. Не замерзай, не замерзай, нормально, все нормально. Сейчас будет тебе тепло. Да все хорошо, что ты? Так. Попахивающее, но приготовленное. Понял? Так что кушай. Закипание 13 минут, а здесь до готовности. Это пей. Забирай. А это берем с собой. Пять часов. Можно еще часа три поспать, где-нибудь 4. Под чайком. Риск обморожения вылечили, отлично. Нужно, чтобы было много сил, чтобы мы бежали, прямо бежали, да? Вот, отлично. Маленькие крошечки доедим. Так. Ну, спальный мешок я все еще не хочу никуда брать. Давайте сохраняться. И знаете что? Наверное, на этом будем заканчивать эту серию. Спасибо большое за просмотр. Такая вот жесткая в схватках вся эта серия прошла. Надеюсь на ваш лайк и комментарий. Надеюсь на вашу поддержку. Будем стараться дойти до Зверолова в следующее. И посмотрим, что он нам скажет. И куда отправит в этот раз. Ну а я, да, пойду тоже, наверное, немножко отдохну. Всем пока, ребят. Дальше круче. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Может, вы обидели кого-то зря? Календарь закроет этот лист. Ну а вот приключения спешим, друзья. Эти байки ходу машины.